школе 700 учеников. 357 из них – мальчики. Сколько процентов учеников этой школы составляют мальчики? Ну, смотрите. 700 учеников – 100%. Значит, 7 учеников – это 1%. Ну, соответственно, мы должны 357 разделить на 7. 357 седьмых – это 51. Вот и все. Мальчики составляют 51%. Но, между прочим, это понятно, потому что 50% – половина. Это 350 человек. Логично. 350 – 50%, а 357 – это 51%.